долго думаю, только забрали с новой почты борт, я его взял, украл просто, и мы на вырученные деньги сейчас едем в Буковель, спонтанное решение, вот мы уже почти там, вон горки начинаются. Рома, что ты скажешь? Я в шоке, я уже устал ехать. Надо было проверить сначала. Вак, я GoPro-шку экран разбив. Вообще, у меня все кровь пришла жестко. Фак. Накатался. Ноги согни, о. Не согрета. Заходи, да, Е-маск. В общем, чуваки, появился план, как забрать посылку бесплатно. Вот тут написано огляд, да? Я так просто пальцем беру, закрываю, показываю ему номер и так забираю борт бесплатно. Нормально, рабочая? Да. И. Собака боится камеры. Пошел на джунгли, на зоопарк. Не, не надо закрывать. А что тут возят? Наверное, львов, тигров. 74-76. Надо подавать, что там снежит. Чувак, не приканал эта штука, что я показывал так с пальцем. Покажи, тупо. Космонавтские ботинки, чувак, на космос в этих ботинках можно ходить. А, но по цвет, да, синий, красный, золотистый. Та ты что, дядь? Лобы ломаются на борт. Вот так. Написано. Правда, сначала спросил меня огляд, да? Я сказал, да, надо было не говорить, да, и просто прикрыть пальцем так там, где огляд, и дать ему этот номер. Ну, в общем, сама суть, что надо было ему, походу, чек еще дать за то, что я заплатил, а сноуборд просто лежал. Я, походу, мог просто подойти, забрать его и уйти, даже не платить за него. Но что-то я так не сделал. Ну, я думаю, что потом бы меня нашли, потому что фамилия это моя есть, все есть. Поэтому я заплатил, но чек ему не дал, но он где-то потерялся, поэтому я его не дал. А сейчас мы едем по делам. Недолго думаю, только забрали с новой почты борт, получилось дешевле, потому что я его взял, украл просто, и мы на вырученные деньги сейчас едем в Буковель, спонтанное решение, вот мы уже почти там, вон горки начинаются. Рома, что ты скажешь? Я в шоке, я уже устал ехать. Сутки в дороге. Чуваки, это просто жесть. И, в общем, по дороге в Буковель мы проголодались и решили зайти. И решили вернуться в Винницу на полпути, чтобы купить, похавать. Но ничего страшного. Окей. О, давай будем. А есть вообще вариант покушать бесплатно? Можно булочку со зависим рвать? Какие нам будет стоить, например? С чем? Скажите, с чем-то я знаю. Не знаю, это самый вкусный. Вот это шоколад с кремом. Самый вкусный. А как ты покупаешь булочки в магазине? Окей, тут Ромчик пытался дрифтить на переднем приводе, чик-чик кадрил. Но, о, чувак, там же постарше, о, как я люблю. Ну, в общем, не получилось снять, поэтому сейчас едем дальше в Буковель кататься на горках. Е-бой! Все, чуваки, вот у нас мы с бордами, со всей хуйней. Буковели. А, в Буковели, все. Проблема в том, что пока мы шли в Буковель, то тут этот, немножко стало темно, и мы не знаем, что сейчас мы тут в лес этот зашли, и как мы с него выйдем потом, и как мы сейчас будем кататься. Но я думаю, что-то получится, что-то будем пробовать, поэтому идем на горки. А, пизда. Чел, пизда, как жестко. А, нахуй. Надо было проверить сначала. Чуваки, тут нахуй камни. Чувак, я GoPro-шку экран разбив. Я GoPro экран разбив. В прямом, нахуй. О, там яма вообще. У меня все кровь пришла жестко. Фак. Накатался, нахуй. Сука, пизда, чел, экран.
В общем, чуваки, итоги для покатушек, итоги нового дня с новым сноубордом. Рома завел машину, у меня разбит экранчик на GoPro, я сейчас разуваю кроссовки, и мы идем жестко бухать, потому что у меня траур. Ну, в принципе, это хорошо, что... Ну, это не хорошо, это плохо. Да, хорошо, что мы идем бухать. Хорошо, что не разбилась какая-то линза, знаешь, на камере и все остальное, а просто экранчик. Он-то работает, все нормально, там сбоку такой скольчик. Я потом на iPhone вам сфоткаю, поставлю фотку, вот вы видите. Поэтому все, мы идем бухать, смотрите дальше видос. Не, нормально. Вы понимаете, да? Все не просто так. А, блядь, кусается нахуй. На камеру уже играет, играет на камеру. Давай, эпик фейл. Дося, иди пишет. На сноуборде. Все, топ. Эпой! Врываемся на сноубордах под рево. Давай, пошел. Угу. За нас красивых. Ебой. Ой, стол. Моему в ушку, Потёма. Молодец. Лёх, типа Потёма и кавалера. Красавчик, да? Да, какие классные. Молодец. Бойчик. Уговкой на меня давить. Уговкой. Поглажу за ушком. Давай, кин грозный. Взять его. Перекинешь собаку через забор? Что, она была изнасилована? Пусть прикол. Снимай. Давай. Нет. Дось. Давай, я тебе. Давай, сходи, дось. Молодец. Спизди, давай, сходи, сходи, сходи. А же шо він мені зробить? Вуха спецна. Молодец. Молодец. Чувак, прикинь, що мене пальцем відкусить нахуй. Ось тебе буде влог охуєнний. Розбив GoPro, съели палець, блядь. Та все, молодець, йдем. Чел, йдем, яке вуха, не гони. Сейчас хозяин вийде, нам пизди даст. Тихо, тихо, дай ебу. Там не нахуй, бля, уебан, су. Чел, тупо по камням, ебать ты поц. Я снял, але ты поц. Ай, ублюдок. Оу, чуваки, Лекси с нами, сноуборд с нами, ботинки с нами. И мы... О, бля! Рома с нами, алкорайд закончен, мы расходимся по домам. Ему в ту сторону, мне в ту. Все, чуваки, Рома домой, я домой, катка окончена. Завтра мы продолжим этот мега-день. GoPro разбил экранчик, но, в принципе, там не сильно, так что нормально. Он вроде работает, поэтому влоги идут дальше. Да я сам. Сука! Чел, не топы! Бля! Давай. Он нормально? Нет! Бля! Мясо. А як ти той борт собираєшся забирати? Бля, чи? Чекай, а той треба ж забрати. Ого. Тепер свої перчатки мокрі. Окей. Бля, чувак, в чому мої кросовки? І досі пішов. Нахуй я ще їх брав? Ну побачу, тобі, блін, буде прикольно. Подожди. Мама, що ти це робиш? І що ти кушаєш? Я захожу на кухню, а тут мама себе... А тут мама себе устроила пир на весь мир. Да, праздник. Имею право, отработала неделю. Тик-ток? Тик-ток. Тут вкусно так кушают. Это что, осьминоги? Осьминожки. Тебе, вот не это... тебе не жалко их, да? Ну, подожди, это морепродукты, их даже в пост можно кушать. Ну и что, они же маленькие. Смотри, это ролл крабные палочки. Ролл, видишь, он в середке с сыром. Это мидии.
Это у нас, напомни. Имбирь. Имбирь маринованный. Это сыр, забыла название, лучок, помидорчик. И вот мясо рапана. Посмотрите, очень вкусно. М-м-м. Приятного аппетита. И запиваем фантой. Очень вкусно. Выходной день. Перчатки. Шинель. Дальше Габбана. А, это дрычек. Нет, это Шинель. Шинель. Ну что, пошли кататься. Йо, чуваки, в общем, сейчас зима, вчера очень много выпало снега. Из-за этого нет возможности. Из-за этого нет возможности кататься на BMX, поэтому я взял свой сноуборд, старый сноуборд дал маме, и мы сидим на горку, которая находится у кладбища. Я не умею кататься. Окей. Фух, ну на скейте я когда-то каталась в детстве, очень даже. Да? Да. Кикфлип, Оли, трешка, да? Еще раз? Кикфлип, Оли, трешка, да? Я не понимаю. Не было, я очень хотела. Я попросила у мальчика за конфетку. Я дала ему конфетку польскую, а он мне покататься с горки. Кричал, давай, дальше не надо. Дмитрий, я поломлю, блядь. Я же не знаю, первый раз поставь свой. Я не застегну его. В смысле не застегнешь? Ну как? Я же не умею, я первый раз ее вообще трогаю. Ты не можешь вставить просто внутрь? Куда? Вот сюда? В смысле, куда? Не могу, не вмію. Ну все, значит, не будешь кататься. Подожди. Сейчас, подожди. Чем что-то делать, надо меня научить. Там нечего учить, там просто надо всунуть. Ну, оно не сгинается. Что, я же его поломлю. Ты не поломишь его. Не думай. Це сюда? Да, не думай. Ну, поможи мені. Засунь просто. Не можу. Їхати треба цією ногою вперед. Цією ногою? А як я розвернусь? Ну, давай руку. Тихо. Вес тримай посередині. Машина, я боюсь. А ти не доїдеш до неї, їдь. Да, не доїду, а в тому що робить? Дай мені руки і вместе зі мною. Поїхали. Мама, вона не їде. Ну да, не їде. Тихо, Вовочка. Тихо, сынок, пожалуйста. Вовочка, не надо, Вова. Я даже не за тебе буду. Боже мой. Так щось не страшно. Ні, ну не страшно. Давай з того, там з того ти будеш їздити просто. Я сейчас построю тут трамплин. Итак, первые попытки моей мамы покататься на сноуборде. Окей, детский, окей для детей, окей, не едет. Засунь, я просто засунь, да. Та сука не... Ой, пардон. Все? Ногу назад відвинь, чтобы сувалось. Пробуй. Бой! Класс! Супер! Мне нравится! Бомба! Хорошо! А, ну! Класс! Сейчас, раскатать, да, сейчас раскатается, будет еще лучше ездить. Бомба-ракета, я буду первая! Скорость 200! А, не бачу! Вообще не видно! По работе или по отдыху? Тоня звонит! Сестра двоюродная. Алло, привет, Тоня. Як самаєш? Ой, а ми это, вийшли з Вовою на горку. Щелчок пальца и выйти большой трамплин. Ну как большой, это Костя. Не страшно? У мене ж син катається на BMX, що мені може бути страшно? Вес ззаді держи. Що ще треба? Вес ззаді держи. Ззаді, не спереді. Вот так? Да. О-о-о! Нормально. Побіжав. Бігом. Раз. Молодець! Збирай даунхіл з моєї мами. Мама перший раз на даунхілі в Боковелі. З'їжджай, давай, Боковель. Да, Боковель. Давай, ноги согні, о! Ой, мамочки мої.
Давай! Собака, зламалась? Да, зламалась. Как ти що? Кою щось зроби. Так? Покажи отак, типа, великий і маленький. Великий і мізініс, витягни. Мізініс і великий, да, отак. Хеві метал? Да, 4-20 бой. Вов, ти що в гоні? Що це таке 4-20? Наркоманія? Да? Все, давай, їдь, мам. Що це таке? Вов! Мам, їдь. Вов, дивись, що з мене не сміялися. Давай. То знімай, що саму гварку знову поїдеш. На що ти їдеш? Дедушка Вася, поставим тобі конфетки. Він дуже хотів, мальчик. Так хотів, а щоб внук, щоб він дочекався тебе. Вов, ти просто не представляєш. Він би тебе годував, би купляв би тобі все. Давай бойчик. Вов. Ну так а що бойчик? Нічого поганого немає в своїй бойчик. То є виход кудись? На ставки пішли. Там горка може? Там покойників цей. Що? Цих, йдемо. Ну що там покойників? Ставок зливали? Вова! Що? Ставок зливали? Ну мені кажеться, що хто суїцидом зробив, не дай Богу. Ну я не можу тут говорити, пішли. Вова, не трогай, Вова! Вовочка, ну сину, пожалуйста! Чуєш, ну подожди. Що? Я просто стану сюди. Вова, ти дурак? На борт. І ти мене сфоткаєш. Вова, ти дурак? Вова, я тебе прошу, раді мене, пожалуйста. Я селфі зроблю, можна? Пішов вон, бля, як ти таке? Ти розумієш, що це нельзя? Так ти сам мене просиш, щоб я сказав. Чина! Ну, мам, не закривай. Ну все, все, машина їде. Стой, давай, чина. Вов, зараз прийде туди. Чина, давай. Все, тихо. Так що? Вова, акуратно. Чай, машина якась? Привет. Знакомий? Я не знаю. Ну. Чина! Френ Санчі. Так, мама йде додому, і холодно, я зараз буду далі йти на горку кататися. Так що полетели. Наверное, снимать ничего не буду, потому что отдал ей GoPro, так там разбитый экранчик. Я боюсь, чтобы влага туда не попадала. Поэтому летим. Ох, блядь. Еба. Оп, чуваки, тут уже фрирайд начинается. Сквозь деревья. Оп. Ой, чел, я уже конкретно устал. Я с этой съезжаю вот так и прыгаю туда на лед. Там типа трамплин такой высотой по плечо. Я на лед выпрыгиваю. Там еще есть лунки вот эти, которые рыбаки делают. И они типа не зет. И они открытые чуть-чуть и стрёмно. Но ничего, я катаюсь, угораю. Вот такие вот виды красивые. Я так на челаксе сижу, чиллер чисто. И слушаю музыку в наушниках. Что делать еще, если в Виннице, блядь, одни мудаки живут? Всем рэп. Я тут уже катаюсь, наверное, раз 15 съехал. Пока зайти обратно устанешь очень сильно. Ну ничего, прикольно, мне нравится хоть какая-то физическая нагрузка, помимо BMX, потому что за эту зиму ничего не делаю, щеки стали жирные. В общем, все бесит, хочется обратно стать фитоняшкой. Ну в общем, поэтому ждем, пока я поеду в Варшаву, там будет катка, там будет чил. А сейчас я снова поеду с горки.